Знакомьтесь, это Коко. Умная, озорная, ласковая девчонка. Ей 4 года, и сегодня она будет искать свою дорогу домой. Крошка Коко – житель центра помощи бездомным животным. Попала она сюда вместе с другими хвостиками из бывшего стихийника. Эта малышка – самая любвеобильная собака на свете. Она раздает свои поцелуи при первой удобной возможности всем вокруг. Коко прекрасно себя чувствует в компании взрослых и детей. Приучена к выгулу на поводке, а также любит пробежки на свежем воздухе. Корм для собак, курочка и другие вкусняшки – все это любимые лакомства нашей девчонки. Также она абсолютно здорова, стерилизована, привита и обработана от паразитов. Эта малышка не любит оставаться дома одна. В переживаниях, сама того не замечая, Коко может надкусить ботинок или попробовать на вкус помаду, ожидая поскорее снова увидеть любимого человека. Пристраивается наша красотка в квартиру или частный дом, но без проживания на улице. Коко очень ждет встречи со своим будущим хозяином. Присмотритесь к нашей девчонке и звоните по телефону, указанному на вашем экране.